Опаньки! Всем привет, друзья, меня зовут Николай, канал Boy Games, продолжаем. Буду разговаривать тихо, записываю ночью. Так уж получилось. Чуть не спится мне нихера. Сам в шоке. Сам в шоке. Ебать, у них здоровье. Интересно, сколько глаз сносит? А вот хуй узнает, сколько сносит. Не знаю. Не знаю. Блять, я же их долго буду ковырять. Очень долго. Я про пегасов. Начал, сука. А я хилки не закупил, ебалван. Нормально.
Я, блядь. Ничего себе. Сука. Молчат, едет. Да сука. И как мне добирать? Ну ебать тебя, ворота. Просто тряпка. Я не знаю, что с ним делать, он уебок. Как можно быть таким никчемным, сука? Я поражен. Я не смог, сука, двоих мобов пробить. Охуеть. Ай, какое же он дно, какое же он дно, сука. Я поражен.
Это пиздец. Должно дальше бапнуться. Вот сука засада. За уровнями даже не особо не слежу, лишь бы бой пройти. Жрать танчить есть кому. Да охуеть! Да охуеть! Я не знаю, как это проходить. Регресс опять. Надо выманивать. Я в ахуе. Да нет, это Пегас, это что-то нереальное. Это, блядь, это ахтунг какой-то, нахуй. Это ахтунг какой-то, блядь. Это нереально. И все, дальше я не могу пройти. Сука, нет, это пиздец. Ой, блядь. Горит жопа. А чё я не похилил, ты дебил? У меня потому что сразу дизмораль пошла. Сразу, блядь. Я регресситься хочу. И буду вытягивать их. Сука. Да иди нахуй.
Интеграция это что-то. Пегасы это пиздец. Буду вытягивать. Больше нет вариантов. Моей надо вытягивать их. Что делать? Это пиздец. Сколько у тебя опыта, тварь? Мне кажется, блядь, этот эмоц сложнее всех остальных. Вот так пойдет. Реально пойдет, пойди. А эти суки за глаз не выходят. Он бьет. Ах ты, сука. Что, только один, что ли, клюнул? Вот не серьезно. Вот ни хера не серьезно, слышь?
пиздец опыт. Уебан. Тупорылый, блядь. Надо отходить. Это пиздец, это долго, сложно и нудно, и это жопа. Ты сука. Сколько вот ему осталось? 4 опыта, блядь. Ну ждем. Давай. Штау подводить. Теперь валим. Блин, еще бы пару пегасиков у тех выманить, а? Thank you.
Кажется, да, могу принимать. Пегасы. Пидорасы. Не успею, сука. Не успел. Хуйню сделал сейчас, да? Минус кентавр. Да блять, ну... Сука. А, во-во-во. Сейчас пальнет, сука. Сосамба. Ебать. Очень сложный бой. Очень сложный бой. Ну это нечестно, блядь. Блин. Я маю сейчас потеряю. Короче, пора идти. Thank you.
Блин, сейчас по магичке стукнет, будет плохо. А у него вариантов других нет. Может не пройти. Тут же пиздец, блядь. Сколько еще времени есть? Кентавр танчит будет его глаз. Издевательство. Мы бабушника еще спрятать с кольцом, потому что
пританковывает. Секундочку. Так, продолжаем. Тащу как могу. А вот это хуёво. Ебать. Ебать. Валим нахуй. Да. Сука. Что надо бить, хули делать? Thank you.
пиздец. А вот это мразотство. А я ничего сделать не могу. Да раз, блядь. Это очень сложно. Сука. Блять, а? Ой-ой-ой, вот это, ну вся эта гага. Это ГГ. Пиздец. Да ну нахуй. Сука, это издевательство. Это бредовое издевательство.
можно было бы второй раз. Нет, 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 сука. Поздно дали, сука. Два упыря, блядь. Эта хуйня может зарешать. С таким ураном, да. Сейчас проиграем. Все, я проиграл. Они отхилят сейчас его. Пидорасы, блядь. Какие хиллеры зарешали? Хиллеры, блядь. Надо было убить хиллера.
Вот он фатальный промах. Кусок ты говна. Ебать. Повезло. Наш ухо зачесалось, сука. А, все. Нихуя, надо кентавра было убить. Пидарасы, блять. Ну, практически сразу. Фу, блядь. Оружие дайте, блядь. Я чё, всё закрыто, сука? Сундук. Шапаться будем. Рано или поздно все равно это придется делать. А пойдем сразу апнемся, чё мы нет. Пора. Ну, народец у меня затащил, конечно. Ой, пиздюлей будем получать, сука. Жаль, тут нет предметов для апов. Было бы круто. Так у
куда я лезу, блин. А, он сразу хорош. 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 Пизда нашему отряду. Да куда я, блядь? Второй части привычка. Нихера он с предметами, это я себе заберу. Двадцать восемь вот у главного было атаки. Теперь в штаб. А нет, стоп, статусы. Ну да, просел. Просто сравнить этих хочу. Да не тебя. Но он крутой. Ладно, будем разбираться сейчас. Но этим не надо. А у тебя есть. Топорики дали уже неплохо.
починить кольцо, кстати. Эквипы теперь. Ебать, 33, да ты угораешь, конечно, он нормальный. Так, теперь предметы. Все, Анри отдам, мне очень мало хп. На трешку подняли. А это все главному. Хорош. Сука, мало один. Вы можете подкинуть брони, а? А, давай. Сука, один, блин. Ну, в принципе, статы. 16 защиты, кстати говоря. Сколько у Пеле? Ну да. Да. Вроде все. Вроде все.
Забрал что-то хоть пойми куда, блядь. Все, ну, вываливаем, короче. Хотя, стоп. Ой, гонг пустой. Гонг пустой. Пойдем пиздюлей получим и закончим. Если проиграю, закончу, ребятки. Ну я... Да, блядь, где ж... А, тут пиздить же надо. Десятка. Тоже десятка, суки. Но они, мне кажется, ваты, я их даже брать не буду. Это обидно. Теперь точно, можно сказать, уровни нужны. Thank you.
Ебать, гонг, сука. Четырнадцать здоровья, ебать. Кем танчить-то, блядь? Кем танчить-то, блять? Это сражение в оригинале непростое, блять. А тут вообще пиздец. Крис не вкачалась, вот косяк. Это прям реальный косяк. Слабые, все слабые. Ну-ка. Как был дерьмом, так и остался. На одного, сука. На одного неинтересно. Пшш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 
Ну все понятно. Такое же говнище, блядь. Ладно, ребятки, давайте заканчивать. Сейчас игресимся. Самоубийством. Апнем Крис и будем думать, что делать дальше. Ну и этих тоже заодно. Ну это какой-то пиздец. Я не готов пока сейчас дальше идти. Не готов. Кстати, напишите в комментах, может мне за кадром покачаться. Качаться мне за кадром или нет? Наверное, я так и сделаю. Опять кого-нибудь из вас попрошу. Потому что самому мне лень. Да, блять. Ладно, видно будет. Все, ребятки, давайте на этом закончим. В следующей серии продолжим. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, смотрите влоги. Всем до следующей серии и всем пока.